Здравствуйте. День добрый. Точнее, вечер уже. У вас адреса нет? Куда мы там едем? Ну, тут проблема. Погромче говорите, я не слышу ничего. Не очень точно знаю, куда еду, но я могу показать. Так и чего там? Ну, тут, в общем, показано. Я думаю, вы лучше разбираетесь. Просто, ну, как бы, закладка надо. За закладкой? Туда-сюда, обратно, ну, пожалуйста. Только лучший таксопарк, только такси-хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Просто быстро, я могу заплатить сверху. Чувак, знаешь что? Подожди. Я похож на афганского ослика. Может, мы еще закладку мне в задницу спрячем, чтобы реально без палева довести ее тебе обратно до дома? Вы что, прикалываетесь, что ли? Вы раньше хотя бы молчали, там между собой договаривались. А сейчас вы открыто, говорит, за закладкой ехали. Вы что, с ума сошли, что ли? Вы знаете, сейчас реально вы за закладками ездите, как будто, блядь, в магазин ходите за петрушкой, понимаешь? Вот сейчас это настолько обычное дело, блядь, нихера себе, потому что вы не залипали никогда. А потом поставите еще и водилу меня, то есть будто трясти, на, блядь, выворачивать наизнанку. С ума сошли нахер вообще. Еще мне говорить за закладкой поехать. Сумасшедший, блядь. Так, то есть, можно быстрее решить, мы едем или нет? Да я уже решил, блядь, выходи, мы никуда не поедем. Блядь. Пиздец, блядь. Такое на ушко, главное, за закладкой поедем. Типа, если он тихо сказал, то, блядь, нас все минует. Все проблемы. Упырь, блядь. Вот как? Реально за закладками стали ездить, как будто бы... Нормальное дело просто. Да, сейчас давай сгоняем за говном, как бы, и все там. Ну а что, давайте-то таксисту в жопу засунем, как бы, и все. А потом чуть сполоснешь, как бы, и все нормально. Ну, чтобы совсем тебя не впалили, и ничего, если за тобой следить будут. Может, я старый уже стал? Может, я что не понимаю? Как думаете?